На повестке подведения итогов результаты 4 лет работы обсуждает подмосковное отделение партии «Единая Россия». 21-ю отчетно-выборную конференцию «Единороссы» проводят в городе Одинцово. Сюда на встречу прибыли более 320 делегатов из местных отделений партии, в том числе и Щелковского района. За последние 4 года в ряды партии вступило порядка 8500 жителей Подмосковья. Сейчас в региональном отделении состоят более 70 тысяч человек. Я искренне считаю, что быть членом партии «Единая Россия» – это большая ответственность, это гордость. И так должно быть, по-другому быть не должно. Наша организация растет. Даже посмотрев в зал, мы видим, что наряду с знакомыми лицами, людьми, которые уже завоевали и продолжают завоевывать свои позиции в Московской области, у нас появилось очень много новых членов партии, сторонников, людей, молодых, людей из разных сфер. В рамках конференции был представлен доклад о работе партии, начиная с ноября 2012 года по декабрь 2016. За этот период состав Московского областного политсовета «Единой России» обновился более чем на 50%. Под его руководством в Подмосковье реализовалось немало новых партийных проектов, среди которых детские сады детям, безопасные дороги, доступная среда, парки Подмосковья и управдом. Конечно, хотелось и хочется всегда больше, и это нормальное явление, но все-таки мы видим, что у нас строятся медицинские учреждения, мы решили вопрос очередями в детские сады, сейчас начали решать вопрос второй смены в школе. У нас началось реальное благоустройство городов и поселков Московской области. Однако самую объективную оценку проделанной работе дали выборы 2016 года, когда жители Подмосковья определили составы областного и всероссийского парламентов. Думаю, что главную оценку выборной кампании поставили наши жители Подмосковья. Они отдали предпочтение партии «Единая Россия». И я думаю, они первые увидели в ней ту возможность не только стабильности, но и развития. Развитие через реализацию тех проектов, которые востребованы нашим обществом. Мне кажется, самое впечатляющее достижение – это победа на выборах 18 сентября. Она фактически такая безоговорочная, утвердительная. А это говорит о том, что партия при реализации своих партийных проектов и вообще вот в реальных делах двигалась в правильном направлении, и люди оценили это, увидели это. На протяжении 2016 года партийным активом в рамках встреч с жителями было собрано более 3000 наказов избирателей, которые определяют перспективу работы партии в ближайшие годы. Подает этому пример губернатор и депутатский корпус всех уровней, и простые члены партии участвуют во встречах с гражданами, ведут постоянный прямой диалог каждый месяц в режиме встреч в залах, во дворах, на территориях, собирают наказы граждан, говорят о проблемах открыто и формируют тем самым программу действий на следующий период бюджетного года. Завершила конференцию голосование. На должность секретаря партии была переизбрана Лидия Антонова. Также делегаты утвердили список участников нового состава политсовета регионального отделения. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».